Здравствуйте! И вновь Крым отвечает. Очередной праздник возвращения в Россию. Весь выпуск новостей посвящен этому событию. Движение в центре крымской столицы замерло, маршируют военные. Сегодня в нашей республике Крым, в нашей России праздник весенний. Мы сегодня празднуем день воссоединения и возвращения нашего Крыма в состав России. В аэропорту Заводское в небо сегодня поднялся воздушный шар, взмыли модели спортивных самолетов и даже состоялся воздушный бой. Такое зрелище устроил ДОСААФ. Будет создан региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе. А основой, базой, скажем так, материальной базой для этого центра будет вот этот аэроклуб. Ровно год Крым российский. Жители полуострова уже в полной мере идентифицируют себя как граждане Федерации. Десятилетиями мечтали, наконец достигли. 18 марта 2014 года Владимир Путин своим решением официально вернул крымчан домой. Что пережил полуостров за этот год? О радостях и трудностях перехода в сюжете Юлии Попович. Подписывают договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. С этого события и начался новый виток в истории полуострова. 18 марта 2014 года. Кремль. Президент России Сергей Аксенов, Владимир Константинов и Алексей Чалый подписывают судьбоносный договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Федерации. Многотысячная толпа на площади Ленина в Симферополе в этот же день. Российские флаги, слова благодарности на плакатах, народное ликование. Уровень патриотизма достиг максимума. Крымчане благодарят президента уже своей страны за воплотившуюся в жизнь давнюю мечту. Полуостров снова стал российским. Рейтинг Путина и крымских лидеров зашкаливал. Результаты показывали свыше 90%. Впервые после присоединения полуострова к России Владимир Владимирович посетил Севастополь на 9 мая. Сказать, что крымчане встретили его тепло, это ничего не сказать. Полуостров начинает жить по-новому, и крымчане встали в огромные, казалось бы, тогда непроходимые очереди за российскими паспортами, российскими номерами на машину, водительскими правами российского образца и многими другими документами. Паспортов хватает, постараемся максимально быстро обеспечить выдачу российских паспортов. Став гражданами Российской Федерации, жители полуострова получили и благо, каких на Украине не было. Бесплатная медицина, повышенные пенсии в два раза и зарплаты у бюджетников, мощная социальная поддержка. Впервые в Крым пошли большие деньги, субсидирование из федерального бюджета по меркам республики достигло максимума. В то же время полуостров страдал и от санкций со стороны Евросоюза и США, и от перекрытых путей через Украину. Первую проблему попытались преодолеть хитрым ходом. 30 ноября 2014 года президент России подписывает закон о создании свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе. С этого дня инвестиционная привлекательность полуострова увеличилась в разы. Бизнесмены из многих стран заинтересованы. Едут в Крым на разведку, ищут обходные пути. Больше 4 миллионов туристов посетили полуостров в летний сезон. Сравнительно с прошлым, значительно меньше. Керченская переправа не справляется. Крымские власти направляют силы на ее расширение и налаживание работы. Прошерстить весь город вообще. Вот такие все места, где на территории скверов и парков начинается незаконная застройка, к чертовой матери все посносить. Полуостров начали очищать от незаконных построек. Частные дома, магазины и ларьки, которые не соответствуют нормам градостроения, сносят без разговоров. В Крыму прокатилась волна национализации. В первую очередь на баланс республики передали имущество жизненно важных предприятий. Такая участь коснулась ДТ «Крымэнерго», «Укртелекома», «Крымхлеба» и многих других компаний. 26 февраля 2014 года. Именно так некоторые представители крымско-татарского народа в то время приняли новость о референдуме и о возможном вступлении Крыма в состав России. Но знали ли они тогда, что с геополитическими изменениями изменится и личная жизнь каждого из тех, кто долгие годы добивался клочка земли, участвуя в полянах протеста? Уже сегодня за снос сооружения на территории самозахвата они получат участок законно.
Прошел ровно год, и взлеты, и падения за это время пережил наш родной Крым. Впереди предстоит еще нелегкий путь. Но терпение и выдержка жителей полуострова говорят только об одном. На референдуме выбор сделали осознанно, а спустя год ни о чем не жалеют. 18 марта для крымчан теперь красная дата в календаре. Сегодня объявлен официальный выходной. На государственных учреждениях с утра торжественно подняли российские флаги. Крымчане поздравляют друг друга с праздником и заново переживают радостные эмоции. Все отлично. Наоборот, даже очень рада, что мы вернулись. Если бы сегодня был бы опять бы референдум, проголосовали бы точно так же за воссоединение Крыма с Россией. Ну, много трудностей было, но тут спокойно. И это главное. Встречаем годовщину с хорошим настроением. Рады, всегда ждали этого. Рады, что мы и участниками были. Рады, что маленькая наша частичка лежит в нашей победе. Россия, ура! Россия, ура! Россия, ура! Юлия Попович, Роман Ананьев, служба новостей ИТВ. В праздничный день по Симферополю промаршировали батальоны при полном параде. Оркестр, строевые песни, торжественное шествие прошлось по центральным улицам крымской столицы. Колонна формировалась возле симферопольского гарнизона на улице Калинина. Оттуда и стартовало шествие. В парадные батальоны вошли силовые структуры Вооруженных сил Российской Федерации, военнослужащие Черноморского флота, внутренних войск. Сегодня в нашей республике Крым, в нашей России праздник весенний. Мы сегодня празднуем день воссоединения и возвращения нашего Крыма в состав России. В соответствии с торжественными мероприятиями было спланировано приносить торжественное прохождение войск Симферопольского гарнизона по главным улицам нашего славного города. Такой праздник крымчанам одно пожелание – добра, благополучия, здоровья, только движение вперед вместе с Россией. Такое праздничное шествие станет традиционным, заверил начальник гарнизона. Красивые, сильные военнослужащие радуют не только глаз горожан, но и поднимают их боевой дух. Военнослужащие маршировали, а горожане сопровождали их и встречали на улицах аплодисментами. Все, кто вышел на праздник с самого утра, отмечают, присутствовать на подобных мероприятиях очень приятно. Здорово, что в жизни появился новый светлый день для Крыма, когда полуостров стал частью необъятной России. Вот. Настроение вот такое, лучше всех, да. Боевое, за Россию, за дружбу народов, за все хорошее, ребята. Счастья, здоровья всем, чтобы не было войны. Праздник, нет слов, мы вернулись домой. Вы сопровождаете с флагом, да? Я иду с флагом, дома у меня флаг стоит. Я его взял и решил выйти в центр, поздравить людей, поздравить всех. Я не родился в Советском Союзе, но, как говорится, я был сделан в СССР. Я все-таки что-то успел, поэтому... И тем более у нас рядом Севастополь. А, как говорил адмирал Корнилов, отстаивайте Севастополь. Поэтому, что еще можно сказать, с праздником! Также симферопольцы уверены, за последний год в Крыму все поменялось к лучшему. В жизни все поменялось. В жизни все поменялось. И работа поменялась. И стало лучше жить. И радостнее. Самое главное, настроение изменилось. Самое настолько главное, вот счастье, просто. Из моей группы встретилась. Очень много изменилось. В душе, главное дело, приятно стало. Хорошо. Знаете, все-таки вернулись домой. Александра Пермякова, Иван Ковалев, служба новостей ИТВ. Большая праздничная программа с самого утра началась в 5 километрах юго-западнее Симферополя, на территории федерального аэропорта «Заводское». Массу сюрпризов крымчанам приготовила ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Удивляли воздушным шоу, мастер-классами от десантников и МЧС, выставками спецтехники и многим другим. Под звуки любимых мелодий в исполнении оркестра МВД на взлетно-посадочных полосах аэропорта «Заводское» выстраиваются участники праздника. Их около 20. И всех сегодня сплотил здесь ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Все те организации, которые находятся вокруг, сплочены вокруг ДОСААФ России, это те организации, которые привлекают к себе внимание молодежи. То есть забирают их с улицы и предоставляют им возможности выразить себя в других направлениях, более, скажем так, рациональных, более полезных для себя и для государства.
Республиканская федерация любителей авиации Крыма подарила гостям самое яркое зрелище – полет воздушного шара. А рядом шел мастер-класс от крымского клуба парапланеристов. Инструктор Сергей Чепелев только вернулся с Непала, где был на предкубке мира по парапланеризму. Это самый медленный параплан и из-за своей скорости является самым безопасным в полете за счет того, что у него скорости полета порядка не более 30-40 км в час. На данный момент рекорд Крыма это 140 км. Глеб Сухоцкий пролетел из Коктебеля в Балаклаву. Спасибо вам, родные, за победу. То есть он летел порядка 4 часов. У вертолета Ми-8 выстроилась очередь. В честь праздника всем желающим разрешают сесть в кресло пилота. Смотреть можно, но рычаги управления трогать нельзя. Тут есть педали, руль, кнопочки какие-то и что-то еще. Рядом новая спецтехника для крымских спасателей, отправленная на полуостров накануне главным управлением МЧС России. Это автолестница 50-метровая, новые КАМАЗы, 8-тонные, 3-тонные, компрессорная станция, мобильный узел связи. К этой легковой машине внимание было не меньше, чем к спецтехнике. По бокам хохломская роспись, а на капоте сам президент России. Хозяева авто, братья Алиан из Симферополя, сделали такой патриотический тюнинг накануне февральского автопробега, посвященного Путину. Совсем от поиска портрета до составления коллажа и поклейки справились сами. Подсмотрели в интернете, много есть фотографий на эту тематику. Кремль, Спасская башня, в общем... Хохлома. Да, флаг России. Поэтому вот все это как бы скомпоновали. Дальнюю часть аэропорта огородили и поставили таблички «Опасная зона». Тут собралась мужская компания. Я наблюдаю, как здесь летают самолеты. Я здесь стою уже долго. Гостей праздника удивили авиамоделисты. Эта команда участников приехала из Севастополя. Они показали в действии воздушную модель F-2D. Самолетики из очень легкого южноафриканского дерева бальзы, пенопласта и с двигателем фора вступили в воздушный бой. Смысл состязания был в том, чтобы срезать у соперника 3-метровую ленту, которая сзади. За один срез начислялось 100 очков. Кто, как говорится, больше очков отрубает, кто больше нарубает ленты, тот и победитель. На той же взлетно-посадочной полосе показали свои пилотажные модели авиамоделисты ДОСААФ России в Крыму. Какие-то модели заправляются бензином, а этот прототип боевого Экстра 300С работает на техническом спирте с примесью масла. 200 грамм хватает на 15 минут воздушного шоу. Пилотируемые с земли модели взлетают на высоту от 50 до 300 метров и показывают фигуры высшего пилотажа. Тут и петля Нестерова, и вертикальные бочки, и абракадабра – вращение в трех плоскостях. Прямо тут можно было даже записаться в авиамодельные кружки. Занимающихся увеличивается. За один год сейчас вступление Крыма в Россию желающих еще больше появилось. И мы проводим довольно большое количество соревнований. Всех, кого интересовала военная подготовка, проходили курс молодого десантника от Союза десантников Крыма. Тут шла подготовка к прыжку с парашютом, стрельба, сборка и разборка оружия, пейнтбол. Перед гостями колонны прошли необычные сотрудники МВД и МЧС. В патриотическом наряде ирландский волкодав, ретриверы, хаски, скайтерьеры. Один из самых знаменитых псов – фраер. Он 4 года проработал в МЧС и был на 8 боевых выездах, где спасал людей. В ДОСААФ Крыма отмечают, этот праздник – первый шаг к развитию территории аэропорта «Заводское». Правительство республики уже подписало соответствующее соглашение. Тут появится секция парашютного спорта, картинг и другие секции военно-прикладного спорта. Светлана Квитко, Виталий Голубев, служба новостей ИТВ. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части выпуска. Первая крымчанка, родившаяся в российском Крыму, отмечает первый день рождения. Владимир Владимирович подписывает документы. И ты в это время родилась. Какой, говорю, момент хороший. А церковь сегодня празднует обретение мощей святителя Луки в миру профессора Воина Ясинецкого. Он очень большой человек, он был. Он очень много лечил людей.
Годовщину присоединения Крыма к России отметили и те, кто принимал непосредственное участие в защите границ полуострова в исторические дни 2014 года – крымские афганцы. Многие из ветеранов войны в Афганистане одними из первых отреагировали на возможные провокации националистов, сформировав отряды народного ополчения. Спустя год после Крымской весны воины-интернационалисты провели торжественный митинг у монумента погибшим сослуживцам. Зимой прошлого года крымские афганцы по-разному, но одинаково самоотверженно защищали родную землю от нападения украинских радикалов. Кто-то вошел в состав народного ополчения, кто-то дежурил на избирательных участках во время референдума. Полковник запаса Николай Бардонов, возглавляющий Симферопольский союз воинов-интернационалистов, вступил в одну из групп самообороны. Действовать решительно пришлось уже зимой прошлого года. 26 февраля под Верховной Радой, она так тогда называлась, мы... скажем так, держали, сопротивлялись тем людям, которые не хотели, чтобы Республика Крым вошла в состав Российской Федерации. Тогда было, скажем так, мирное жесткое столкновение с людьми, которые не желали нашей республике добра и хотели сюда привести и фашизм, и неофашизм, и национализм, и обязательный украинский язык. Артур Мамутов провел март 2014-го в родном Укромном. Защищать Крым он начал с малого, охранял свою многочисленную семью. Сидели, переживали тоже. Что делать? Больше что делать? У меня 6 детей. 5 пацанов, дочка одна. Переживали. Ну, самое главное, без войны, без ничего обошлось. Регулярно отмечать события Крымской весны воины-афганцы решили уже тогда, весной прошлого года, когда стало окончательно ясно, захватчикам на полуостров не пробраться. Место сборов выбрали традиционное – монумент сослуживцам в центре Симферополя, не дожившим до исторических дней проведения освободительной операции. Родилось у нас давно это. Мы решили здесь собраться, провести небольшой митинг, посвященный первой годовщине. Наши ребята участвовали во всех событиях. Были на избирательных участках, и председателями были избирательных участков в свое время, когда референдум был. Участвовали в отрядах самообороны. В общем, во всех мероприятиях наши бойцы, афганцы, принимали непосредственное участие. И эта весна первая, еще больше нас сплотила и объединила нас. Мы все довольны, рады. Мы даже не ожидали, что так быстро получится. На мартовские дни у ветеранов Афганистана много планов. Крымские воины-интернационалисты будут встречаться со своими друзьями, союзом российских разведчиков и десантников. А сегодня многие из афганцев на выставке боевой техники получили особые благодарности от полка народного ополчения и грамоты Госсовета за особый вклад в защиту Крыма. Тарас Брезицкий, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ. Сегодняшний день вдвойне праздничный для семьи Кананчук. Ровно год назад у них родилась дочь, которая стала первой россиянкой, появившейся на свет в Крыму. В гости к имениннице приехала и наша съемочная группа. Маленькая Виолетта и ее родители сегодня принимают подарки и поздравления. Ровно год назад в семье Кананчук свершилось долгожданное событие. На свет появилась малышка. В этот же момент в республике и стране произошло не менее важное и ожидаемое событие. Крым присоединился к России. И несмотря на то, что Людмила уже была на сносях, она в обязательном порядке пошла на референдум. Поговаривали, что может быть теракты какие-то будут, а может хотят сорвать это вот, ну, голосование. Вот, ну, почему-то, ну, не знаю, почему, вот я была уверена, что все-таки нас защитят, что мы под защитой, что те же зеленые человечки наши, они, ну, будут на выборах, будут стоять и мало ли что защищать нас. Было тяжело, конечно, была ужасная погода, помню, дождь шел, слякоть, ветер сильный, но мы шли, мы думали, проголосовать обязательно надо, вот, проголосовали, конечно. Тихонечко дошли до дома без всяких что происшествий. Вот. Отпраздновать этот момент соком, конечно, стаканчиком сока. Виолетта появилась на свет 18 марта в 14:30. Именно в этот момент президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о возвращении Крыма на родину. Таким образом, Виолетта Кананчук считается первой россиянкой-крымчанкой, которая родилась после референдума. В момент родов, конечно, мне было абсолютно все равно, что подписывается, что происходит. У нее самое главное, это девочка моя родилась. Слава Богу, все свершилось на тот момент. Мне тогда, конечно, сообщили, да, сообщила моя бабушка, пришла вся счастливая, что подписывается соглашение о присоединении Крыма к России.
Вот. Я, конечно, обрадовался, все-таки свершился этот момент, что мы дождались его, что мой ребеночек все-таки будет расти в мире. Вот мы к этому стремились. О том, что девочка родилась в исторический момент, всем сообщила прабабушка Виолетты, которая очень внимательно следила за новостями. Я очень следила за этими новостями. Сидела все время возле телевизора и, конечно, очень это хотела это все видеть и это слышать и все. И в этот момент объявляют, что Владимир Владимирович подписывает это, ну, соглашение перехода Крыма в Россию. Я, конечно, быстренько одеваюсь, я знаю, что моя внучка в роддоме, и бегом. Прихожу в роддом, и в это время как раз уже у меня родилась правнучка. Я говорю, ой, ура! Папа тоже вспоминает, насколько волнительные дни были в прошлом году для всей семьи. Они ожидали не только рождения своей дочурки, но и присоединения Крыма к России. Я находился вообще в другом городе, в Феодосии, на работе. Как бы, как раз в этот момент Владимир Владимирович передал, подписывал соглашение уже в этот момент. И как раз мне звонит теща и говорит, что у нас родилась дочечка, и все, мне просто язык онемел, что я не мог ничего. Когда девочка родилась, она совсем не плакала, покряхтывала от удовольствия, кушала и спала, как будто передавала своим поведением. Все будет хорошо, не сомневайтесь, взрослые. Имя девочки родители придумали сразу. Считается, что его обладательница трудолюбивая, общительная, волевая и интеллектуальная. И то, что девочка родилась в момент кардинального события, по всей видимости, сказалось на ней, уверены родители. Малышка показывает свой характер, проявляет требовательность и начинает потихоньку командовать родителями. Но несмотря ни на что, мама и папа Виолетты уверены, девочка родилась под счастливой звездой. Внимание, которое приковано к ней со второго дня жизни со стороны прессы, возможно, приведет именинницу в звездный мир, привлечет к ней успех и благополучие. Александра Пермякова, Иван Ковалев, служба новостей ИТВ. День возвращения полуострова в Россию совпал с еще одним радостным событием. Сегодня церковь празднует обретение мощей святителя Луки в миру воина Ясенецкого. По благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря в Свято-Троицком женском монастыре города прошло праздничное архиерейское богослужение и молебен у мощей архиепископа. Сегодня в Свято-Троицком кафедральном соборе людей столько, что дойти хотя бы до середины храма проблематично. Торжественные богослужения посвящены событию, на котором некоторые присутствующие представители духовенства были лично. В ночь с 17 на 18 марта 1996 года в Симферополе владыка Лазарь совершил молебен, попросил помощи в обретении мощей святителя Луки. Около 2 часов ночи могилу архиепископа вскрыли. Владыка Лазарь своими руками поднял мощи. После их отнесли в храм всех святых. Свято-Троицкий кафедральный собор они попали через 2 дня. Святитель вернулся в свой собор, в котором служил и проповедовал 15 лет. Он очень большой человек он был, он очень много лечил людей. Вот, все, кто к нему не обращается, всегда они, он всегда помогает. И в операциях, и во всех делах он помогает. Хирург, профессор медицины, симферопольский и крымский архиепископ лечил молитвой и скальпелем. Последние годы жизни был слепым, но не переставал трудиться. За заслуги перед народом в духовном и врачебном деле причислен к лику святых. Феодосия молилась святителю Луке, когда ее мужу делали серьезную операцию на тазобедренный сустав. Врачи сказали, что мужчина перенес ее хорошо благодаря помощи свыше. Помогает Лука и этой женщине. Людмила Савченко вместе с семьей переехала в Крым незадолго до референдума. Муж военный, мечтал служить в российских войсках. У меня часто дети там болеют, я там часто болею. Сюда приезжаем к нему, вот, просим помощи, он всегда нам помогает. Всегда у нас облегчение вот, телесных болезней. Все новые и новые верующие подходят на торжественное богослужение. Святитель Лука, служивший на крымской земле и после смерти, вселяет им надежду на лучшее. Татьяна Хенкота, Роман Ананьев, служба новостей ИТВ. В 17 часов на главной площади Крыма начался праздничный концерт, посвященный Дню воссоединения полуострова с Россией. На сцене дважды краснознаменный академический ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова, крупнейший военный художественный коллектив России, известный всему миру. Помимо него Юлия Андреева и группа «Архипелаг», театр «Подворье», творческие коллективы и солисты Университета культуры, искусства и туризма. Несмотря на холод, крымчан на площади столько, что к сцене не подойти. Поют знакомые песни, что
чтобы согреться, танцуют. У многих в руках российская символика. Похоже, домой никто не торопится. Для нас это самый главный праздник вообще в году. Мы очень ждали этого. И очень рады, что мы есть свидетели такой исторической даты, такого исторического дня. Русский язык мы знали, любили. И мы очень верили, что все равно Крым будет с Россией. Это праздник. Даже не верится, что уже целый год прошел. То есть мы очень ждали. Я помню, как мы ходили на референдум, волновались, переживали, как получится, как изменится наша жизнь. Сейчас прошел год. Невероятная гордость за нашу страну, за Россию. Сегодня такой день, это очень радостно, когда Крым вернулся домой, когда нету границ. Счастье для нас вообще. Мы этого дня ждали больше 20 лет. И дождались. И счастливы безмерно. После концерта, который продлится до 22 часов, будет фейерверк. Такова информационная картина этого праздничного дня. Всех крымчан еще раз поздравляем с присоединением к России. Увидимся завтра, а сейчас слово нашему спортивному корреспонденту Тарасу Брезицкому. Юниоры из большинства регионов республики поучаствовали в чемпионате Крымского федерального округа по настольному теннису. Соревнование послужило этапом отбора к первенству России. По мнению тренерского штаба крымской сборной, у спортсменов 2000 года рождения и младше есть все шансы навязать конкуренцию сверстникам из всей страны в личном зачете. Шансы у нас, я думаю, будут неплохие. Призеры будет тяжело попасть, но опыта наберемся, и я думаю, что мы окажем серьезную конкуренцию. Возрастная категория юниоры – одна из самых перспективных в Крыму. Тут играют обладатели разрядов кандидат в мастера спорта, выполненных еще в чемпионатах Украины. Дмитрий Маслий, Максим Смышников и Илья Бородин – все эти спортсмены в разное время входили в состав сборной страны, завоевывая призовые места на всеукраинских турнирах разного масштаба. Теперь они ведут борьбу за попадание в состав сборной Крыма. Один раз я ездил в Сочи вместе с крымской командой, ну а личное соревнование, да, это первое. Ну я думаю, что выступлю неплохо, меня будут поддерживать класс, вся семья, друзья. Так что я надеюсь, я сыграю хорошо. Тяжело, потому что недавно перешли на новые пластиковые мячи, и это не очень удобно. Во-первых, они немножко больше по диаметру. Другое, естественно, вещество, из которого они сделаны. Другой отскок, то есть тяжелее вращать ими. Они замедляют игру. Именно Масли и Бородин сыграли в финале зачета юношей. Победу со счетом 3-2 одержал первый. Бронзовая награда досталась ялтинцу Максиму Смышникову. В борьбе девушек весь пьедестал почета заняли спортсменки из Ялты. Лучшей оказалась Ангелина Ремыга, одержавшая победы в 8 из 9 поединков. Вице-чемпионкой стала Александра Мартиросова, а бронзовую медаль выиграла Анна Гребенюк. Точные сроки и место проведения первенства России по настольному теннису пока не определено. Завершился очередной тур чемпионата Крыма по хоккею. Обострилась борьба за итоговую третью позицию в таблице. На комплект бронзовых медалей претендуют сразу несколько команд. Столичные «Лагода» и «Барракуда-2», керченский «Гриффин», а также «Белый лев» из Ялты. Именно последняя команда встретилась на льду с аутсайдером чемпионата, первым составом «Барракуды», который на данном этапе турнирной дистанции набрал лишь одно очко. Ялтинцы, которые играют этим составом первый сезон, умело подтвердили статус фаворита, решив вопрос относительно победителя уже до большого перерыва. За два периода «Белый лев» поразил ворота «Барракуды» 6 раз усилиями Владислава Сухинина, Сергея Ярцева и Владимира Онищенко. Пропустили ялтинцы всего однажды. Мы сегодня настроились на игру. Мы обычно играем позднее время, но сегодня выпало нам такое раннее. Все встали с хорошим настроением, вот, воодушевляемые праздником. Сегодня день воссоединения Крыма с Россией. Все ребята приехали с хорошим настроением, с боевым настроем и готовы были не только, скажем, морально, но и физически отметить этот праздник, выигравшийся у команды соперника. Сегодня такой день, что нельзя было проигрывать, и мы настроены были только на победу. Много тренировались, у нас сейчас в Ялте проходят насыщенные тренировки. К нам ездит специально ради тренировок тренер из Севастополя каждый раз. Вот. И поэтому и настроение, и боевой дух, и все соответствует. В заключительном периоде счет не изменился. «Белый лев» одержал победу с результатом 6-1. Благодаря такой результативности ялтинцы навязали борьбу оппонентам. Теперь в активе южан уже 7 очков. Победу за титул в третьем чемпионате Крыма по хоккею ведут команды из Симферополя, крымские «Волки» и «Легион».
Определился обладатель Суперкубка Крыма по футзалу. На площадке спорткомплекса «Дружба» в Симферополе встретились обладатель Кубка Республики «Ронда» и «Эпицентр», накануне оформивший чемпионство в матче со столичным «ЮИС-сервисом». Напомним, команда обыграла подопечных Игоря Волкова со счетом 2-0 благодаря дублю Алексея Яблонского. А «Ронда» стала бронзовым призером, опередив в итоговой турнирной таблице именно «Строителей» и «СКФ». В матче за Суперкубок интрига жила до последней минуты противостояния. В первом тайме счет открыл футболист «Эпицентра» Сергей Дмитриенко. Но уже до перерыва «Ронде» удалось восстановить равновесие усилиями Андрея Шурубова. После отдыха «Ронда» повысила давление на ворота противника, следствием чего стал еще один забитый мяч, автором которого оказался Гагита Дзанзава. Этот гол стал последним в игре. «Ронда» отпраздновала победу и положила комплект бронзовых медалей чемпионата в Суперкубок Крыма. Этот трофей команде победительницы перешел от СКФ. В прошлом сезоне «Конфетка» установила рекорд крымского футзала, став чемпионом, а также выиграв Кубок и Суперкубок Республики.